шарики подарил мне сестры, так она подарила мне сумму. То есть это нормально, я хочу сама себе куплю. Ну вот, ребята, что у нас следующее, потому что на гости мы пойдем только вечером, а уже завтра будем с этими подругами, поэтому если хочешь допустить, скажу, будет сама отметить, подпишись на мой канал, кстати, сразу говорю, продолжаю, мы это решение 6 августа, поэтому это видео может выйти и 7, и 8, и 9, поэтому, ребята, знаете, это было 6 августа. Я уже сняла это видео в ТикТок сейчас. Так вот, сейчас мы еще фоточку выложить на ту. Сейчас, ребят, все, выложу фоточку и к вам вернусь. Итак, ребят, я уже все выложила. Фоточку. Сейчас я, наверное, пойду поем мишли. Потому что еще не завтракала даже. У меня появилось только мороженое с утра. Ну так с утра где-то часов 10 с чем-то. Вот, ребятки. Сейчас ко мне уже приехала сестра. Сейчас я к ней пойду. И потом увидимся, ребят. Итак, ребят, моя сестра уже сейчас уезжает, но все вечером приедет, я говорю, просто она сейчас приехала, он думает, сейчас она просто уехала, но она вечером уже приедет, мы будем все не встречаться. Так, ребят, сейчас, смотрите, мне такой подарок, когда, ну, от сестры и от моей бабушки, то есть, не знаю, плохо сидят тоже, потому что мы у бабушки. Поэтому давайте здесь тоже, там, надеюсь, вам тоже интересно. Сегодня как-то я просто такой подарок, завтра, я думаю, вам интересно, смотрите, как мы отвечаем будем с подругами, поэтому это все завтра. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Так, что я вижу первое, это открыточка. Вот такая вот, тут написано «С днем рождения». Там была денежная сумма тоже. Вот, в этой открыточке. Ну, и тут написано. Так, следующее это вторая открытка. Итак, вот такая следующая открыточка, очень милая. Это от моей уже сестры, это бабушки, а это сестры, там написано. И вот такая вот очень милая открыточка. Так, ну такая прям милая. Ня. Так, давайте следующее. Так, следующее, что я вижу, это вот... Ребят, это чехол на мой телефон. Вау. Смотрите, я просто что, я не понимаю, это один чехол или два. Давайте я спокоен. Я так понимаю, это один чехол, просто он немножечко такой твердый. Вот, он такой вот, он, видите, он с мороженками, ну, такие хлеб. И вот такие вот, как бы, все это, помочки, вот. Еще там блестки, они так вот переливаются. Прикольно? Давайте следующее. Следующее, ребята, это вот такая вот милая коала. Оно очень вкусное, я только не знаю, такой вот бог, но очень без разницы. Еще и шипер, да? Вот такая очень милая. Шарик у меня совсем. В общем, такая милая клава. Давайте дальше. Итак, следующее это... Ребята, это свитер. Смотрите, вот такой свитер. Собака. Он очень пушистый, мягкий и, наверное, удобный. Он очень красивый в тонах, такой фиолетовый с розовым. И собачка. На самом деле, смотри, практически 90 лет. Наша мама не так держала, но ладно. Держается. Через ты же будет все равно очень милый. Итак, обследование, что у меня есть коробка, это у это такие вот конфетки коркунов. Я их тоже очень люблю. Ну, как, просто бежу. Я пришла все конфеты, ну, практически не все. Вот, ну, такие прикольные конфетки. Это было все. Ну, вот так вот. Ждем следующего, кто придет, и как только мне еще подарит, я вам все покажу. Сейчас я могу показать цветочки. И вот еще цветочек, в общем, я еще жду гостей, и потом мы с вами уже, шарик, увидимся. Вот такой пакетик.
что там? Не очень тихо. Ой, как ты такой милый. А, смотрите. Это открыточка. Ой, давайте посмотрите. Это типа... Вот, читайте, смотрите. И смотрите, типа, ребята, открываешь и вот так вот. То есть... О! Блин, погодите. У него глаза открываются. Типа... Для Саши это удивление. Я как раз. Просто не могу. Можете представить? Это очень мило, спасибо. Ну, а ты мне сейчас сможешь здесь прям ссылочку кину? Ну, как я там еще день рождения? Так. Ну, тут конфет. Так. Давайте дальше. То есть прикольно, во-первых, потому что у нас вот это вот. Вот это вот. Открытка вот. Забыла. Она прям, не, первый раз я не буду с ней играть, потому что она глаза открывает. Нет, ну серьезно, что, прикольная же вещь. Коля, пожалуйста, давайте следующий. Следующий подарок это от моей подруги, а нет? Ну, там еще были ребята, говорю, вкусняшки, но я их съел, поэтому... Мы просто там гуляли, мы там все их ели, поэтому что страшно. Теперь вот такая вот, вот такая страшка с фламинго, она в клеточку. Ну, они говорят, ты взял шнебу, если мне позвонить, что они, конечно же, мне он подарил свинорожку. Ну, такая вот фламинго. И мне нравится тоже фламинго, поэтому это прикольно. С ананасом, с русалкой, с единорогом. С единорогом. Ну, ладно. В общем, я вот это. Вот такой пакетик. Потом, ручка с единорогом. Кстати, в тетрадке. Ручка со свинкой Пеппой. Я сейчас объясню, почему у нас свинка Пеппа, потому что у нас с Аней есть такой типа прикол, вот я так вас поставлю, то что она Лунтик, а я свинка Пеппа, ну типа и мы с ней летаем на барбекю. И это звучит очень как-то странно, но в общем у нас просто такой прикол. Потом, в общем, такая вот свинка Пеппа. Знаете, посмотрим, что как они пишут, не просто здесь на задней стороне, сейчас не цель свинка оценит, потому что я ее уже практически играю. Так, вот это вот ручка с единорогом, она гелевая, вот такая. Так, окей, так, окей. Черный, черный, ручка еще. Чучурно? 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 Я вообще обычно сама ручка синяя, синка Пеппа. И, конечно же, ой, Hello Kitty, я помню, у меня такая была, так розовая. И, о, вот у меня тоже просто крутой чернила. Так, давайте дальше. Дальше это слайм, спасибо большое. Я, если хотите обзор на него, хотя сегодня вам все покажу, потому что на этот обзор подарок, но я сначала вам покажу, вам, ребят. Потом еще одна ручка, это с фламинго, ну это либо лебедь, либо фламинго. Она тоже такая же. Вот, много ручек, они, я у себя писала, писала и писала, чупик, который я до сих пор не открыла. Там еще был молочный лобчик, батончик, ну вот такой, знаете, вот такой батончик шоколадный. Потом, что-то еще там было. Я не помню. А, Орео было. И еще что-то было еще. Вот. А еще она не хотела петь, потому что мы сделали слайм. И мы сделаем сам, но в другом видео. Все, там больше ничего нет. Все-таки очень прикольный подарочек, но ты снизу. Сильно было еще видеть, вот этот пакетик тоже очень красивый. Но они все такие красивые, почему любимые подружки. И тут пингвин. Он типа еще такой бирюзово-розовый, я люблю бирюзовый и розовый. Поэтому вот такой вот. Еще она мне подарила розочку, но она там сидит у меня на кухне, потому что, ну, ваза это он засохла. Ну, чуть ли не засохла, мы же там гуляли долго. Вот, и не было. Так, я сразу же писала, вот, сейчас вам даже ее покажу. И вот такой милый пингвинчик. Он такой ня-ня. В общем, вот такой прикольный пингвин. Блин. Да, жизнь ее помотала. Она была прикольная. Итак, сейчас мы посмотрим вот этот вот слайм. Это Мэм Дэнс, который подарил мне Аня. Я уже поигралась с ним, но ничего страшного. Пахнет он вкусным достаточно. Видите, как тянется. Но иногда, смотрите, как тянулся хорошо. Вот, все, ребят, просто кусочек слайма был на камере. Так, смотрите, ребят.
меня, в общем, такая педаль красивая. Красиво? Он прикольно кликает. У него сейчас прикольный цвет, потому что ну, он такой, как нежный розовый. А был, ну, видели, как он был? Как розовый. Прикольно хрустит. Кликает. И тянет. Ну, нормально, так я покупала слайма. Ребята, я тоже занесла, просто камера была мало процентов, и на самом деле ничего интересного такого не было. Ну как, чего прикольно, потому что мы там купались в фонтане. Мы там поели, очень много наелись в кафе. Так что, ребят, мы вышли на площадку, и кое-что было очень похоже, что мы там были хозяева, ну, выражительные, прям мне. И там у них была собака, но из-за их не было. И там было две дворняшки. Одна дворняшку эта собака загрызла, она как-то убежала. Я не знаю, выжила на них, но потом ее полчаса искали, но не нашли. И потом мы купили питих, и там еще какие-то очень много. И дали второй бетонный собачку, потому что она ее жалко, но она целый день потеряла. Очень жаль. Я очень сильно плакала там, потому что мне очень жалко собак, и я все это просто ненавижу. Как вот, ребята, все это просто очень печально. Прикольный слайм. Подписывайтесь, если вам понравился, если не лайкосик, или напишите какой-то комментарий, или подпишитесь на канал. Вот такой вот прикольный слайм. Если вы хотите узнать, как я буду делать клей из такого клея, который будет подарочек, то подписывайтесь, и я выпущу такое видео.